Так, ну что ж, добрый вечер, мои дорогие. Сейчас проверим стрим. Очень скоро будем на этот долгожданный матч. А, респ уже. Проф уже здесь. Так, пойду быстро. Раз, два, три. Странно вроде. А, все, я понял. Так, а, все нормально. Со звуком. Окей, проверим. Давай возвращаемся. Hello to everyone. Finally, Prof. We're waiting for this match. Start very soon. Okay, so let's vote for the map. I picked Rapid Call. Prof picked Boot Camp, and Lost Village as decider. Actually, this time I'm gonna be silent, so I need to concentrate the match. Господи, а несчастный храп. Ой, храп, господи. Илюша все никак не может ни админку прописать, хотя я просил уже 25 раз. Почему люди такие тупые? Главные остальные не могут проголосовать тоже почему?
Так, наконец. Мы хотя бы за карту проголосовали. Попробуем сразу написать старт, Алекс. Берется пушка. А поэтому оказывается. Это, в принципе, даже хорошо в какой-то степени. Да чё за респы? Дамедж. Первый был такой идеальный, но я... Потому что не было на что поменять оружие. Слил. Вообще, я говорю... Вообще, что стреляешь, что не стреляю. Палю прямо в модельку, а толку. Вот, пожалуйста, еще раз их кинул. По стволу идеально в него. Крови ноль. Вот черта, я просто не понимаю.
Когда добавить нас? Сначала многообещающе. Раз его рубль 20. Давайте поможем ему засосать этот щиток. Так, а вот то, что он гауз взял, это плохо. А там нет. Это было честно смешно. Прям совсем нового надо что-то делать. Все, там пока сейчас это 300 с армора. Я успею.
Я подставился. Да, он не пошел за ванджампом. Так, ну не отдал уже, хорошо. Занимаемся сосать. Опять вовремя подоспела вот арморы. Забрал. Забрал уже хорошо. Раздамажил. А, у него тоже вон джампа нет. Прям пассивно. Точно же? Ой. Вот и подловил попытки догнать. Просто мордор. Хорошо у него. Раздамажил, и Беннет не остается, кроме как сказать, историю. Или Рашев, как раз то, что он. Армора забрана, вон там сейчас плюс минут. Время. Чё там? Так, вот это было нехорошо. Попал в эту дом. Он про канала. Ладно, арморов все равно нет. А, вон аптечка попал тоже. Эх! Я ведь почти уже убежал. Ладно, там лежит. Так, ну 40-10 он не должен. Так, значит. Опять просто играем теперь. Чё? Он не пошел за арморами?
Он не пошел за арморами, это прям супер странно. А, у него вот джампа не было. Вот почему. Промазал. Он промазал. И дробовик. Нету дробовика. Так, ну размен отлично. Чё за... Нет, дать арбалет. Ну, даже если я отдал, то он пока его заберет. Пойдется. Оп, передо мной. А вот и даже уже. Все, я ушел, братан. Что так не буду. Че за... Хорош, хорош, это было очень красиво. Все равно два страха под взаимен. Вот смотрите, я с него... Крови вообще не вижу с постолки. Это уже постолка, не знаю, наверное, пятая, которая кинут тело. Нет, это эти аимы. Это нечего. Ладно, все. Так, одному уже неплохо. Ну вот, буткем будет интересно. Там придется, наверное, очень закрыть. Размазался мой ракета. Нет. Еще одна постволка, и он урон-то получил, но крови с него нет. Это очень хреново, потому что я по крови сейчас ориентируюсь по основному урону. GG, первая карта. Вот.
Так, что, сразу стартуем? Наверное. Поздравляю с уверенной победой при карте. Спасибо. Ну, на той карте я точно был уверен, вот кем будет либо очень потный, либо в одну калитку. Поэтому, если что, готовимся к Lost Village. В принципе, последний раз с ним было 4-0. По картам, и даже Stalk X его забрал. Ну, проверять не сильно хочется. Ну, более-менее. По 142 FPS, это так неплохо. Надо проверить. Все закрыто, все прекрасно. Далее у меня посадка-то. Пробовать? Вроде 144 дня. Так, у меня столько М5. Арморы сразу возьмем. Страшно выходить. Понял, где? Кажется, я ему попал хорошенько, ему теперь тоже придется ориентироваться. Разменялись, разбежались. Прям как мы вчера с ходом говорили. Получил урон, сваливай нафиг. Интересно, есть ли у него Гаусс? Потому что страшно выходить. Давай, прострим. Хорош! Первый пошел. Отрицательное всплытие. Прям совсем жирно. Я, конечно, благодарен богу рандома. Вот с Равиксом мне вот такая же штука не помешала однозначно. Промазал.
походу, напало. Дабы спить эти арморы. Ну, я пожертвовал арморами, зато забрал фраг. Заряжено. Так, где он? Он, по идее, очень... Эх. Так промазать-то. Так, ладно, респон не знает, что сзади, а значит... Мало того, он сам битый потихоньку. Ладно, а можно мне что-то реально поинтересней? Тот грех жаловаться после. Умираем? Нет, очень живем. Переспаря на отстойных. Это я засовгаусился. Не, ну реально с таким респами далеко не. Такими респами далеко не уйдет. Я видел, но гауса у него, скажем так, маловато. Поэтому собираемся. Арбалет. Опять и тут. Дрова. Дрова файтится. Сто. Сто, блядь. Сто на сто.
А такое начало перспективное это было. Сливаюсь отлично. 7-6 в его пользу. Подкип. Бля, как он точно простреливает там поверху. Ну, ладно, там на самом деле это все не так сложно, но теперь надо как минимум фрага. Бать. Прям супер лаки. Прям супер супер бляха лаки. Я таких респов не видел никогда, наверное. Так два раза подряд портануло. А он уже быстро пролетел так-то. Там вы. Ой. Все, он хловый. Шанец. Чего, блин? Что это было? Развел. Ну как развел? Просто посчитал. Если он еще выживет, то, конечно, будет жесть. Прям по заднице кинул конкретно по стволку. Стрелял потом с МП5, и он все равно еще выжил. Две по стволку подрывал сверху. Там хп было. А
Это все у меня будет. Пригодится на будущее. Директом. Так, все. Очередь мои фраги собирать. Ой, все. В смысле? Он меня видел или что? Что тут хрень? Я не сдал ни звука. Так, ну он тоже, в принципе, отхватил дамага, поэтому должен аджор. Если что, отжираться ему быстрее, чем мне, потому что... А я не в ту сторону. Но... Снова не в ту сторону побежал. Становится напряжно.
Смотрите, классическая тема как. Он видит, куда я собираюсь идти, и обходит с другой стороны. А по факту... Ладно, тут драться пока. Надо еще потянуть секунду 20, тогда... Ну, это дышающий, мне кажется, был. Ну ладно. Вот это да, решающий. Ух, ух, джи. И, наверное, сразу будем с Рибаком. Сейчас я ему напишу. Поэтому вам, наверное, пока музло какое-то зарубим. Или, вы знаете, что поставим кого-нибудь в спект. Вот, оставим вам Эдди, а я пока быстро. Так, тут, возможно, еще и матч с Равиксом. Посмотрим. Рабу. Отлично, окей. Сказал краб, спасибо, что стал для дурака. So, Ravik's gonna play against Crab. And I'm gonna play against Reebok. So we can meet again after this. Much after Reebok. Okay, let us pick the maps. What's gonna ban Reebok?
Ладно, я просто помогу Рибаку, мне трос сделаю, да и все. Погнали. Потом тянем кота за одно местечко. Что это вообще так? Минус рапид, плюс сталкьярд, окей. Он что думал, что я не возьму его? Хорошо, у нас уже есть сталкьярд и есть сталкикс. Остается у нас кемп, дата, в2. Минус бут. Дата в2 мне останется нормально. В2 чёркнет, мне кажется. Оно его, правда, больше шарит, мне кажется, чем дату, но, по крайней мере, там уже играли. Нет, дату чёркнул, окей. Сталкьярд, сталкикс, ЛВ2. Зашибись. О. Серф. Хотя, в принципе, пусть заходит ко мне. Какая разница. Серф. Who didn't check? I'm gonna play against Reebok and we're gonna play Stalkyard, Stalkix and Lost Village as Decider. А я пока что-то на мужские вопросики. Я по-турецки не говорю, тут в основном турецкий диалог идет. Получилось. Я тут тренируюсь в дырку залетать. Без лишних просмотров вверх. А вот и Рибак, отлично. Играть у него тут пинга, давайте мы не будем его заставлять тут играть. Тоже заставлять, я просто сказал, я на пиан. Вообще он не меняется, поэтому... Где-то зашел под вес. Я туда задумался уже, что играть против Райвельса впереди. Потом у него лосс один тогда. Потом сейчас все, 44. Thank you.
неплохой разогрев. А, 2 минуты без полки. Я же заранее написал. Сказал, что вот я сейчас играю, и типа, погнали сразу отколбасим наш матч. Он согласился. Размяться, по-моему. А, на работе был, говорит. Ну ладно, тут базара нет. Фанта, поехали. У нас тут. Окей. Спасибо всем спектрам, которые сразу же разбежали спектр. Ну. Самый отвратительный респаун из всех, которые существуют. Серьезно, это жесть какая-то. Это какая-то жесть! Бля, это просто какой-то тупик. Это просто какой-то тупик. Ай, вот он наконец-то. И вот этот сраный респаун, который мне так нужен был. Ну, прям... Повезло с правом, но с рипаком это... Гляньте на респект. Ладно, рано или поздно я его все равно убью. Хотя теперь это будет на порядок сложнее. Просто 6 респов. Чёрт. Меня прям колбасит от этих... От этого не то что невезения, а от этой несправедливости. 4 респа в одном месте. Еще послов не было, ладно, хоть зарядил с дробаша. И вот теперь, когда мне нафиг это не надо, меня респят прямо в ему в логово. Наконец-то, блин.
Так, ну я не забрал, не отдал, вон джамп. Офигеть, он уж... Моя очередь. Я вот только что вышел с 100 на 60, по-моему. Может быть не 100, но на 60 армора точно. Еще просто раз с разворота дал тычкой. О, сработало. Ошибочка вышла. Просто не круто. Ай, не туда запустил. Попросить его еще раз убиться.
Спасибо, спасибо. Когда так надо было. Да, конечно, хедшот, сука. Ладно, я умею камбэкать. Я там... Да ну в баню такие по 5. Вот реально в баню такие по 5. Значит, он появился там же. Посмотрим, что 17-й. 17-й. А у меня еще много их, братишка. Другой. А пусть побегает, он сейчас очень битый. Ловить нечего пока. Это ему там РПГшечка забежалась. Ой. Лол. Это, конечно... Я рискнул, так рискнул. Вот
Конечно же, сука, третий рез. Самый ненавидимый рез, тройка. И семерка за ним, просто. Отстойней не бывает. Это что надо сделать? Здравствуй, Джейк. Ты будешь со мной. Крал. Крал, ЛДжей. Опять-таки пусть бегают. Он битый. Хотя тут битый тут настреливает по голове так, что ё-моё. Фартануло, реально фартануло. Сейчас Гаусса давай вообще не в тему. А, я услышал его. Уже можно выдыхать, а то я начал паниковать вначале, уже сутки не доспаем.
Окей. Ладно, все тогда. Играем закрыт. За минутку много не получится. Постолка сработала. Да, кстати, суицид реально там зарешал, когда он сам себя вальнул, это мне дало хоть какую-то возможность выбраться из... Ладно, на этом мы действительно закончим и переходим к Сталкиксу. Он не будет тянуть тоже. Надеюсь, все снизу так же прыгнут в спек, как и в следующий раз. Bring it on. Чувак завис. Yes. Как они так умудряются? Вот я увидел его ник, да? Не по нику кикнуть намного проще. Но как же он его номер сразу же обнаружил? Скоро стука никакого мошенничества. Да пребудет с нами сила. Гаус. А у него, надеюсь, где-то в жопе там. Вообще. Это жесть. Автомата даже нет. Ой-ой-ой, что я наделал? Я лампочку себе в ноги скинул. Я скинул себе лампочку в ноги, и сейчас он прилетит за арбалетом. Получит подстволку. Так, арбалет есть хотя бы, есть вон джамп. Но у него сейчас полный стек. Знаток. Здесь он стримит.
Yes. Договорились просто, что Рибок будет стримить все свои матчи, но стрим он не подрубил. Под дождем. Rebook is running his stream. So we're gonna wait a minute. Так, а теперь давайте будем думать, что делать мне здесь. У нас тут 4-0. Камбэкать будет. Это надо сначала убить, забрать контроль, потом накидывать. Негде спрятаться, и поэтому довольно сложно набивать фраги. Потому что куда бы я ни вышел, его долбанные МБ-5 мне сносят просто все на свете за секунду. Да не только МБ-5, там и пистолет, там все прям настреливает. Кстати, надо еще спросить FPS. А, кстати, тут, по-моему, как раз таки FPS. Ну, давайте я попробую поставить FPS. Здесь, по-моему, да, ограничение, если не ошибаюсь. Проверим. Раз, 143,5 поставит. Ну, или во время матча. Да, паузу отожмем. Разогревая пальчики. Все, вечер. Благо, мы все. Ладно, пока он ставит быстро. Я. Проводочку. Проводочку. Я и Ибера. Айбера. Поехали. Кстати. Там. Краскова. Ага, вот. Краб, вот Санта-Клаус. Карты, правда, непонятно. Ну что ж, у нас получается сейчас играется два матча, мы встречаемся с Райвексом, у нас в принципе остается только я, Райвекс, Челорио и Кастильо. То есть у нас там останется совсем ерунда по игрокам. При этом мы, если сыграем сегодня с Райвексом, то останется у нас только тройка игроков. И как раз мы успеваем закончить турнир за завтрашний день. Я все думаю, что же взять с Райвексом. Попробовать на мужика отыграться на ЛВ2. На том же Сталкьярде. Я-то знаю, что могу. Хотя после сегодняшних респов на Сталкьярде что-то мне подгорело.
Говорит, чекните, работает ли. Давайте проверим. Ку, все работает, посрать. Все работает, поэтому... А, захват игры надо сделать. Все, захват игры сделал. Го. Все, поехали. То захват игры есть, тогда секундочку, закрываем. Оп, оп. Ждем. Ну, кстати, выстрел у него сейчас в стену, а на стриме он вообще смотрит в мою сторону как раз. Интересно, прострелит, подойдет или забыл, что я уже тут? Come on, люди. Vote, guys. Надо сначала кого-то кикать. Только как это сделать, если у нас голосов не хватит? Илюша все никак не даст долбаные права. Две секунды у нас. О, я... Не узнал, что он тут. Получил подстволку в ноги, что нравится. Так, да, отлично, FPS тут регулируется. Ты, конечно, попал. 5-0. 6-0 будет камбэкать крайне трудно. Так, я видел, что он сразу полетел на мейн. А значит, будем закрадываться. Можно было подловить, кстати. Так, блин, такой дробаш, конечно, с арбалетом. Можно было что-то придумать, но не получилось. А, твою дивизию, меня FPS проседает до 42 тогда. Первый пошел, как говорится. А теперь не останавливаться. Первый там и второй. Так, ну, скорее всего, на бэк пойдет. Ай, хорош. И он еще респанулся удачно. Как, если попаду, то удачно. Попал. Хорош, попал. Неплохой такой
запас под ствол он тут оставил. 10 штук. Вернее, как 7 подобрал. Сколько было по факту, я не знаю. Ёшкин матрёшкин. Я закрутился. Ну, бить есть. Две стрелы. Ну, я не отдал Гаус. А вот здесь можно умереть. Да, я специально... Это ну ладно. Не это я имел в виду. Мне нужен был вот этот респ. Поэтому я был готов специально умереть. И знаете, что самое интересное? Я его провтыкал. Ну, ЛД не отдал. Уже неплохо. Из-за этого мне придется на несколько фрагов больше делать. Не, меня вообще сегодня с респами не прет. Знаете, я сегодня, короче, играл кросс. Специально убился после первого респа, потому что, ну, так ситуация позволяла сделать. И я респанулся на единственном, самом отвратительном респе. То есть 20% постоянно работали против меня. То есть мне, когда нужные респы, мне выпадали самые херовые. Когда нужны были, наоборот, похуже, мне выпадает то, что я так хотел ранее. О, попал, надо же. Переиграл и уничтожил, как говорится. Интересно, где он меня завалил. Ай-ай-ай, хорош, это есть. Он ускакал на бэкьярд за арморами, а значит он, кстати, выйдет снизу прям по-любому. Ну не по-любому, но, скажем так, шанс большой. Секунд еще армора появится. Даже не здесь. Это ж надо. Это, кстати, было относительно в тему. А, все, 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 забрал он Гаус, значит. А значит, будет лететь. Не знаю, понизу, может быть. Ладно, РПГ стоит взять. Он пока без ванджампа, ему будет туго. То, что прям туго, но...
Я же его подкараулить-то. Что за дичь? Такие размены. Ну, добить! Добить есть! Хорош! Ух, не сюда, он на заднем. А значит, летим сразу туда. Он наверху, блин. Да ладно, как он вышел-то? Он столько урона влил. Пора умирать хоть. У нас 15, плотно. Это что за трэш? Ой-ой-ой-ой. Че, 66 зарядиков. Это вкусно. Лучшая, правда, как обычно, нет. Серьезно? Что? Что? Просто капец. Тайминг. О, боже, боже. Ёлы-палы, как он меня той подстволкой 100 на 60 снял. Обидно.
Карлсон за право, Арбалетом за право. Сто на 60 он снова забрал одной сраной тычкой. Так, ладно, 5 фрагов. У нас еще устрелочек в любом случае, если что есть. И аптечку он взял одну, а значит у него фул хп. По хп у него все четко. По армором. Эх, не тут респанулся. Можно было бы дострелить, мне кажется. Его прострелы работают лучше моих. Так, он мне полетит ли он? Извините, я только что в лицо по столу кинул, да, спасибо. Спасибо, что вы меня услышали. Шесть фрагов. С одной стороны, вроде ерунда. Застрелил. Интерес подстой. А, он еще и все-таки забрал его. Ладно, будем играть в ВВ2, договорились. У нас последние два. У нас последние два сталкикса с Рибоком были с разницей в один фраг. Тут я не дотянул, конечно. Он реально в крысу решил сыграть последние фраги. Я его даже не видел, он меня арбалетом зацепил. Видимо, в бочину. Фига. ВВ2 просто голосуем, да поехали. Пожалуйста, еще одна постолка в личике, но... Ладно, у него все разом 100 на 100 определенно было, так что... Ничего, пережил. И полетели. Полетели. Thank you.
Карма. Кстати, в самое время прочекать, почему. FPS. Right back. Перезайду быстренько в игру. Поди. Ошибки эти. Какой-то первый попавшийся сервер. Краскова. Краскова у меня почему-то всегда заходит нормально. А на некоторые вы захожу, я что-то сначала выдает. Кто-то сегодня говорил, что вроде как мы выдержим. Интересно, забанил ярд, он оставил ярд, рили? Это прям... Как ты оставил ярд? А, вон оно чё. Вот это краб на мужика отыграл. Он вместо того, чтобы вычеркнуть яд, он наоборот его решил сыграть, просто потому что это офигенный опыт с Рэем. Закатать. Я думаю, что тут кровавое месиво было. Так, ну если краб даже сыграл с таким счетом, типа, ну, с 4 разницы прав. Как сыграл, может он в конечном итоге нашел как минимум ровно, то я тем более могу его 2 забрать. Многое от удачи зависит. Так, ага, старт. Так, стоп. А, ехали. Пара-па-пам. Он остается. Эйр. Так, все, бежали, погнали. Охрененный респаун. Ну, Гаус типа не отдал. Его свилки, господи, и эти не отдал. Он мне, кстати, хедшот ведь поставил. Ага, купил. Жесть. Чё творит? Чё творит этот товарищ? Мне бы ещё Lost Village проиграть. Ладно, начало всякое бывает.
О, это шрибок, можно ставить пакеты, значит. Охренительно. Ой-ой-ой-ой. Это мне повезло. Куда я попал, вообще непонятно. Что творит этот парень? Просто выскакивает эту тычку на. Чайший арбалет. Так, попал хотя бы. Кажется, я творю ерунду. Я ведь знал, что так делать нельзя, но все равно туда пошел. Стоял готовиться. Я не смог отпустить в нужный момент мышку. Просто не смог. Пальчик не сработал. Этот чел проголосовал и ревнул. Когда ж камбэк? Да.
Я тупо не могу отожраться. А тупо не могу отожраться. Я ему снял весь стек, по идее. Так, ну сейчас ему чуть будет сложнее. Рассказывает, что будет он третий где-то в этом. Что за хуйня? Я кидаю в него по стволку, он выживает, зато РПГшка. Ладно, это уже становится опасно, 10 минут. Это уже реально, я начинаю сдавать позицию, просто потому что дурака валяю. Да, блять, у меня дробы не было, я в шоке. Я это не прочекал. Вот это мне пригорит, если я проиграю вправду. Я ни разу не проиграл ребуку, ни одного всего, ни одного. Как он не выжил? Я же пострелил его. Это что за херотень?
Я дал четкий директ прям там, где он был. Он выживает, я при этом даю ему еще урон с дробаша. Я хуй его знает. Я вот, блядь, чем бы я ни дебил, он просто не простреливается. Наконец-то. Накал страсти, 5 фрагов. 4. Он реально всю катку будет теперь прятаться. Хорош. Говорит, мне везет. То есть предыдущий ему, хотите сказать, не везло, да? Полок, это плохо.
там и был. Главное не пить эфиром Гаусс набрать. Сам себя убил. 3 минуты. Это очень мало. Так, забрать Гаусс любой ценой. Это самая нервная катка за весь турнир. Да, блядь! Промахнулся, не стрелял. Ну вот как он это, сука, почувствовал. Пизда. Это пиздец! Я проговорил. Слава богу. Я хотя бы освободился от этой херни. Фух, слава богу. Слава богу. Теперь они хоть в выходные пусть играют свой финал. Говорит аймбот у меня. Аймбот, блядь, если бы у меня был аймбот, как бы я проиграл? Так, а будут ли играть рыба? Господи, ну и по-прежнему думаю, что это аймбот. Какой же он все-таки притрушенный аймбот. То есть я оттолкнулся, все это видели, я это... Ну, я играю со стримом, а он говорит... Аймбот.
Ладно, знаете что? Наверное, вопрос с Ноем. В какой-то момент это нужно было сделать. Я думал сделать видос, но, наверное, я сделаю не видос. Знаете что? Короче, мне теперь пофигу на самом деле. А я пошел быстренько в архив. Давайте мы запустим последние ноевские загоны. Найду, где это я с ним играл тут. О, спасибо. Поиску. А, блин, он, к сожалению, сортирует демки в правильном порядке. Сейчас посмотрим. Ладно, проще сейчас будет листать. Just a moment, guys. Там так. Да что было? А вот Ной. Это у нас какое число было? Второе. Второе число. Так, ага, и вот первое. Все, нашел. Нашел я, короче, Денкис. Значит, мы тут вот неделю назад. Мой говорит, погнали. Херачится по 10 минут. Так сказать, долгожданные матчи, да? Он наконец-то согласился. Я не буду вам показывать там весь этот матч полностью вдоль и поперек. Я надеюсь, эпилептиков тут нет. А, короче, если так в двух словах мотануть, то вот мы тут играли что-то. Первый раз там. Все было у него окей. Какой-то момент. Какой-то момент. А, ну мы приблизительно. Вот, чуть. Четвертая минута. Вот, 8-15. Так, ну тут демка. Даже не помню почему. А, оборвалась. Ладно, короче, первое мы сыграли, и что-то он потом начал я уходить в отрыв, и он сказал, сервер говно, давай сменим. Окей, давай сменим. И мы пошли играть в Stalkyard. Тоже 10-минутка, вот, ну и Stalkyard, 10 минут, а в то же время. Наверное, надо еще вот так вот сделать, чтобы можно было увидеть, что он там начал писать. Если очень кратко, то что у нас тут? О, вот он начал уже писать. 43 на 6. Играем. И это еще вот прошло даже там типа 9 минут. Где-то он здесь начнет уже писать. Скоро. И пишет еще. А, вот 10 минут прошло. По-моему, как раз... Вот, слышь? Да, собака. А, сначала самое интересное. Ты себе накрутил херни, из-за которой я не могу стрелять. Вот. Так вот. Я себе накрутил херни, из-за которой я не могу стрелять. Гоу на фра проверим. Я пол игры херы пинал. Хотя то, как бы он играл, он старался, реально пытался все сделать. То есть. Чел играл. Когда жестко слил, мы не доигрываем матч. И он такой, ну, типа, погнали на фра.
темка обрывается, но как бы мы остановили здесь матч. Дальше мы идем. Вот, по-моему, это что-то было не так. Она маленькая, по-моему, маленькая. Сейчас проверю. Да, нам 5. Это всего лишь 5 метров. Мы так и не начали этот матч. Вот, мы начали сталкьярд еще раз. Вот, снова 10 минут он ставит. Начали мы 0-0. А, во. Жаль, что он успел уже перейти. Надо мотнуть, наверное, на начало. Так, где-то тут вот 100 на 100, там что-то... Заново смотрю. Так, вот, где-то он, по-моему, РПГшку поймает что-то. Да, вот, раз, поймал РПГ. Чела удивляет, что я кинул ему РПГ в ноги, и он умер. Как будто такого никогда не происходит. Дальше. Мы играем. Потом у него там совсем ничего не получается. Так, вот, остановились. А, не регает, хочешь сказать? Регает. А, ну в смысле, он типа спрашивает, не регает ли по мне. Он как бы по мне попадает, но я отжираюсь просто банально быстрее, чем он. Поэтому он каждый раз я ухожу, вот смотрите, сейчас 62 на 4 у меня осталось, да? А, я же просто быстрее отжираюсь, из-за чего он меня и не может убить. Вот я сейчас аккуратненько сыграл, там вот, откинул, забрал. Снова начнется. 13-0, 14-0, 16-0. Вот, 24-0, по-моему, в этот момент вот где-то или там, или на 20, или на 30 фрагов начнет стрелять. Он почти забрал гаусс у нас. Быстрый, ага. Клоун, ха-ха-ха, пишет. Только что чуть не валился в его растяжки, без которых он не может играть. Урон просто с арбалета в лицо не получаешь. Правильно тебе Маврик банил. Маврик говорит, правильно меня банил. Когда-то они там замутили сервера белорусские, забанили меня там. И такой говорит, правильно тебя Маврик банил. Хотя с Мавриком я, кстати, всегда хорошо общался. И с ним конфронтации никогда, в общем-то, не было. На снарке дейлоке все, типа сидишь. Пишу ему, нет, ну потому что играю я на обычной. И это видно было неоднократно на стриме, когда запускаешь. Если бы это была снарковская дейлока, это пишется сверху. Вот он меня снова раздамажил, 17 хп, 7 хп у меня остается, да? И смотрите, что сейчас напишет. Ты можешь втирать чепуху. То есть чел меня просто не добил. Я тем временем отжираюсь, и он снова потом не может меня убить. Потому что я уже тожен. Ты очень слабый игрок. Вот он проигрывает 32-0 и пишет, ты очень слабый игрок. И вы понимаете, всю дорогу... Всю бляха жизнь, ладно, жизнь, последний, в смысле, там, с момента, как я с экзеком вот подружился, из-за чего и начал он меня пытаться по всем фронтам меня обвинить в читерстве, там, в обмане или еще в чем-то. Вот с тех пор он пишет каждый раз одну и ту же херню. Ты слабый, скилла у тебя нет, но при этом сам он сделать ничего не может. Он не может даже один раз убить на сталке. Понимаете, он просто проигрывает в ноль. Дальше он поменяет модель на мою. И будет играть со мной в одной модели. Я ему даже специально буду отправлять свои хпшки. Он же, ну, скажи, 7 хп оставил. А, ну, там, да, он меня попал. Но не добил опять. Вот снова 50 хп. Вот, да, мы тут только что был файт. У меня остается 50 хп. Он снова останавливается. Давай так, ты скидываешь свою ДЛЛ. Условия мне ставят. Давай так, ты скидываешь свою DLL-ку, а мы тебя не забаним на всех серверах в будущем. Я ему записал видео даже с телефона, как я вот прямо сейчас альтабнулся с игры и скинул ему эту DLL-ку.
обычную, которую я скачал с OpenMG.pro. Он пишет, давай я тебе даже видео запишу. Вот он поменял модельку на мою, 37.0. Нахер мне твое видео, пишет. Вот, пытается атаковать. Я сразу же полностью собираю все арморы. Вот он по-прежнему играет, но уже под моей моделькой. Не хочет, чтобы, наверное, когда-нибудь засветился скриншот, где он проигрывает 50 на 0. Но в конечном итоге за 10 минут он 50-0 так и отъехал. Ну, он там 47 уже. А, 24, 50 раз он умер. То есть 50 раз он умер за 10 минут и ни одного фрага не сделал. 20-минутка, если так бы и шло, то было бы 20-0. Если бы он не трендил, то было бы вообще там 110-115 на 0. Дальше. Проходит день или два, возможно... А, даже день прошел. То есть на следующий же день мы идем играть кросс. Говорит, давай сыграем кросс. Я говорю, давай сыграем кросс. Он, кстати, впервые там за этих 3 года даже извинился. Говорит, сорян, но типа вчера, мол, погорячился я, наверное. Я даже удивился, думаю, может, у него там просветление какое-то начало наступать. И вот он мне предлагает сыграть кросс. Ну, здесь, в общем, картина приблизительно та же самая. Восемь, девять. Наверное, проще мотануть вот так. 29-3 уже. Причем, понимаете, тут же фраги, чтобы набирать, тут даже не нужно, чтобы по тебе, как ты, он говорит, по тебе не регало. То есть он просто, например, вот здесь он хреново респанулся 6 раз, или даже 7. Понятное дело, что я собрал 7 респов. И вот, кстати, он попадает, по мне даже было видно, потому что 3 патрона зарядил. Так, чем это закончилось? Давайте поглядим. Бил даже несколько раз. Так, видел. Давайте, может, прочитаем. Гоу на нормальный сервер. То есть, понимаете, он как только он проигрывает 63 на 5... Гоу на нормальный сервер. Пошли на фра. Притом он знает, что у меня на фра 120 пинг. И, ну вот я пишу. У меня на всех фра 120 пинг. И это как бы... Он это, об этом знает. Не играбельно для тебя, что ли? Он удивляется. Ну, у меня этот 200 тогда. При этом у чела он пинг 47, стабильный, лоссов не видно. То, что, конечно, я признаю, в Беларуси очень хреновый интернет. И... Так, ага, все, вопросов нет. В Беларуси очень хреновый интернет. И рек у них отстойный. С этим не поспоришь. Но вместо того, чтобы именно так и сказать, у нас и нет говно, выиграть я не могу, попадать я не попадаю. Ну, это было бы, знаешь, непонятно. Но этот человек всегда ищет причину не в себе, а в ком-то. Притом он проигрывает каждый раз вот таким разгромным счетом. И каждый раз он не доигрывает матч. Он никогда его не доигрывает практически. Практически. Он доигрывает, может быть, 1 на 20 матчей. Рассказывает о том, что он там суперскиловый игрок, который все знает, понимает. Раньше он, может быть, и играл получше, но сейчас он вообще не игрок. Чисто среднячок такой. Говорит, по мне не попадает. Я играю с Рибаком, я не могу у Рибака нормально выиграть кросс. Я там у него выигрываю, в лучшем случае, 1 на 9, 10. Вот мы его сыграли. Говорит, пошли на другой сервер. Ну, пошли на другой сервер. Стал. А, ну, здесь, да, вот, ну, как, то же самое. Ты зайди на Францию для сравнения. То есть 33 на 3 он снова проигрывает. И снова у него сервер плохой. А, рек по мне хреновый. Виноваты все, кроме его интернета, кроме его рук. И все время пытается поставить меня в неиграбельные условия. Вот он даже не доигрывает
То есть он сыграл всего 5 минут и просто вышел. Говорит, идем на Францию, типа, вот только на Франции играть я буду. Ну, я улыбнулся, говорю, ладно, идем на Францию. На Франции у меня пинг вот, 132. Если очень кратко, то я сыграл тут, ну, приблизительно 2 к 1. То есть я все равно выиграл, несмотря на то, что у него пинг 42, у меня 100, сотка. Почему так происходит? Потому что, когда большой пинг, ты уже с контролем не успеваешь справляться, потому что просто банально тяжелее убивать. Ты вот стреляешь по модельке, а рек действительно хреновый. То есть порой мне играть с пингом 200 проще, чем вот с таким вот типа 111. Вот, 85 на 42, то есть 2 к 1, как я и сказал. Опять, ну, я же говорю, это потому что пинг у меня 111, это конкретно там уже задержка чувствуется. Нормально его по-человечески уже отыграть как бы и нельзя. И он его, как ни странно, доиграл, понимаете? То есть, когда он не проигрывает в говно, он доигрывает. При этом сыграть с реальными топами его заставить практически невозможно. И я сейчас это обосную, чтобы он потом не рассказывал, что ой, Алекс все трендит, и типа вы ему не верьте. Ну, тут можно даже не досматривать, 90-41. Это тут у нас вчера, позавчера был диалог. С кем это мы играли? Там был какой-то у нас... Субтранзит мы, на субтранзите мы поиграли, потрендели. Сейчас я его найду. Да, знать бы только, кто был. Райвексы. Мы пойдем сейчас Сталкьяр, Сталкикс, Сталкикс. Буду сейчас по скриншоту искать. Так, нет, стоп, но это было позже. Наверное, надо сначала начать. Транзит. Что хочешь, Сталкик. Пересталк, сталк, сталк. Далеко. О, субтранзит нашел. Нашел. А, стоп. Баленс. Это был просто субтранзит, это не тот. Не тот самый. Господи, как я... Второе. О, возможно. 05.03, 3 дня назад. Вот это очень похоже на правду. Во-во-во-во-во. Так он прогружается в этот чат. Короче, смысл в чем? Предлагаю я ноги, говорю, слушай, вот ты говоришь, что все мы не скилловые, а ты у нас супер крутой. А, что вообще никто тебе в подметке не годится, и даже Равикс. А ты готов сыграть с Равиксом или с Кастилио? Ты мне предлагаешь сыграть сейчас в 3 часа ночи? Нет, не сейчас, в удобный для всех день. Типа время. Ну, говорит, может, ты мне заплатишь? Я-то вспомнил про Unlost. Ты вообще мой стрим смотрел или нет? Заплатить за твое поражение, но я не стану. Ты мне предлагаешь сейчас сыграть 3 часа... А, стоп, это прогрузили все те же. Такс. Ты вообще мой стрим смотрел или нет? Как будто я должен сидеть смотреть его стримы. А мне кажется, да, ты какой-то... Ну ладно, если честное, честное слово. Смотрите, значит, сколько будет со стороны его... С его стороны будет оскорблений... сколько скажет он? Сколько я? Раз. А, то есть ты 6 лет прятался. Говорит, я прятался, да? Интересно, от кого я прятался? Это хороший вопрос.
Вот, с чего переходит на личность. Я тебе предложил. Готов сыграть с Рэем или Кастильо? Так, с Рэем или Кастильо. Да или нет, спрашиваю. Зачем мне ты? Я ему задаю прямой вопрос. Ты готов сыграть с Рэем или с Кастильо? Зачем мне ты? Я не предлагаю себя. Ты сыграешь с Кастильо или Равиксом? Зачем ты предлагаешь мне других? Ты сутенер? То есть уход от ответа на вопрос. Пишу, да, они мои сучки. Или ты думаешь, что у меня контактов нету их? Ну ты же говоришь, что все ни о чем. Вот, то есть это то, о чем я говорю. Ты предлагаешь мне сейчас сыграть в 3 часа ночи? Наконец-то у нас диалог становится нормально. Ну вот я спрашиваю, ты готов показать свой скилл, там, чпокнуть топов? Ты исказил разговор дебила. Еще один у нас, да, два. Ты спросил не так, ты спросил, играл ли я с ними. А я по факту спросил, готов ли он сыграть с Равиксом или с Кастильо. Пишу, все верно. Ты сказал, не играл с 2017 года. Говорит, что Равикс отказался играть с 16-го с Ноем. Вот я ему предлагаю. Давай я тебе организую с ними матч. Ты готов сыграть? Давай я тебе организую билет в дурку. Ответ. Опять уход от вопроса. То же самое. Условия, чел, условия. Ты готов сыграть с Рэем или с Кастом? Окей, давай так, я поставлю сервер, и мы сыграем. То есть понимаете, насколько это ущербный человек? Он не может ответить да или нет, ему нужны условия, только при которых он теоретически хоть что-то сможет показать. Он никогда в жизни с ними не сыграет, тем более на публику. Просто потому, что все мы прекрасно понимаем, что один, что второй его разнесут с очень разгромным счетом. Единственная карта, на которую он может еще что-то показать, это какой-нибудь или кросс, теоретически, и то, как бы со мной кросс, вы видели, что было. Либо какой-нибудь буткемп, на котором он будет прятаться с сачелами. А ведь именно так он и играет, когда он проигрывает. Потому что мы играли очень много с ним 2 на 2. И каждый раз, когда их начинаешь его жарить, он что делает? Садится в туннель с двумя пакетами. Но тут дальше диалог был еще веселее. Получается, ты можешь только свои условия ставить. Но ты же не долбоеб, ты же видишь условия. Сыграй честно, на общем сервере, предлагаю ему. Я честно играл, полжизни мне хватило. Я вам даже пароль поставлю, если надо. Я честно играл в твоем турнире и был забанен. Твою ж дивизию. Да, наш чат пропал. Ты уходишь от вопроса. Ну, здесь вот можно прочитать. Ты готов сыграть с Рэйвом или Кастом, да или нет? Это ты уходишь от вопроса. То есть я ему все время... Я ему этот вопрос задал, не знаю, ну раз, наверное, 15. Ты за честность зачем-то говоришь, а если нарушаешь... Что это за ошибка, ебаная? Я сейчас только про одно говорю. Ты готов сыграть с Рэем или Кастом? То есть я уже чисто закопипастил этот вопрос. Задрачивал его. И я вас уверяю, до конца этих 6 минут я задавал этот вопрос. Вот когда ты будешь честным... Я логи прочитаю. Тут уже даже Фаленси не выдержал. Он тупо съезжает, как обычно. Тупо съезжает, как обычно, да. Поставим волюм 0, потому что интересный диалог. Идет ошибка. А, бляха. АГ сказала, видимо, все харе. Я ной задедосил, видимо. Просмотр демок меня выбило из игры. Поэтому, наверное, на этом мы будем заканчивать. А вот тут у нас так и не начали Райвекс. Рибаком, да? Нет, не начали. Ладно, ну все тогда, короче. Короче. Ах, да, наверное, пару слов еще все же добавлю. Значит, по поводу построения сетки. На своем стриме неоднократно, но и прям вот много раз сказал, что вот Алекс подстроил там то, подстроил это. Вот он там типа сетку сделал, меня поставил с провом, самым сильным игроком в этом турнире. Сетку я сделал на стриме, лайв при всех. Я нажал кнопку сгенерировать, то есть это был абсолютный рандом. Как оно выпало, так оно и выпало. Рэй же говорит, что... Ой, Рэй, господи. Ной же говорит, что я это подстроил. А Рибаку подсобил, типа, сделал изи-сетку. Ну, Рибаку действительно сеткой повезло, но... Почему бы я стал помогать ему, а не себе, например, если бы даже я хотел подстроить? Дальше, по Мапулу говорит, тоже Мапул подстроенный. Значит, если вы посмотрите, еще 3 года назад, Мапул, который я делал на турнир, был именно из этих 7 карт. Почему этих? Потому что это как раз-таки самые древние 7 карт. Что со времен EHLL, которые игрались на каких-то небольших турнирчиках. Именно эти 7 карт. Почему?
Или не почему, а если бы я хотел подстроить мап-пул под себя, я вас уверяю, там не было бы датакора, потому что хоть я его и как бы знаю, как играть, но эта карта весьма рандомная. Там можно отъехать даже от игрока ниже уровнем, просто может не повезти. Она не, не, это не та карта, где ты можешь погонять по респам, захватить контроль и классно показать свой скилл. Я бы поставил седьмой картой Cold Faces. Его мало кто играет, и он охренителен для контроля. Если его не тренировать, то, в принципе, ты у игрока вряд ли его заберешь. То есть, если бы я действительно хотел, не было бы Сталкикса, не было бы Cold Faces, я бы поставил такие карты, как LV2, Rapid, Stalkyard, Isotonic, Homeworld, Cold Faces, какую-нибудь седьмую, Rasmil. Вот. Вот 7 карт, на которых я был максимально уверен, там, допустим. И показывал бы. И тогда бы я точно, ну, я бы никому не проиграл. Ну, не то, чтобы никому, конечно, Райвиксу попробую тут не проиграть. 2-0 слил. Он даже Рибоку слил на один фраг в 2. Ну, не повезло. Не повезло, чуть уже, короче, перенапрягся в самом конце, когда понимал, что начинаю проигрывать. То есть, этот человек, мы говорим о Нове, он всеми способами пытается осквернить мое имя. Просто потому, что в 2019 году я поехал на LAN в Москве. На LAN он тогда еще возмущался, что мы это LAN-ом называем, где собрались, как он сказал, 10 ноунеймов, 8 из которых, наверное, надрали бы ему жопу, кстати. И называем это турниром. И он начал докапываться до меня, что, ну, это я, чуть ли не организатор, который это все сделал, который называет турнир турниром. Чтобы вы понимали, я приехал в Москву на турик, который сделал Павел и Александр. То есть они все организовали, они организовали там прием гостей, там какой-то денежный фонд, прям все, то есть правила, организация, все полностью было на них. Но Ной докопался до меня, 5 часов мы тогда с ним переписывались. И он бесился от того, что я сдружился с экзеком. А он же экзек, конечно, ненавидит с самого начала, потому как, когда вышло видео вот, там Half-Life за 20 минут, то он там снимал разоблачение, и у них там были батлы с экзеком, с Аланом. А тут же Шалик сдружился с экзеком. И все. У меня, знаете, вот... У меня до сих пор сохранилась там история переписки с ним из прошлых лет. И вот до 2019 года он... Мы абсолютно нормально общаемся. Все окей. Там никогда не было никаких ни конфликтов, ни ко мне преткновения. И все, я был чистенький, красивенький, да. Не читер, по его мнению. А когда он снимал видос на Unlost'а, то прозвучали в его словах там типа фраза, говорит, если бы Unlost сыграл с реальными чемпионами, и он начал их перечислять, такие как WorldSpawn, Alex, Rivex, там кого-то еще назвал, то типа Unlost бы прям, ну, стопудово отъехал бы там с конкретным разрывом, отрывом. Что он говорит сегодня? Ты чемпионом никогда не был, при том, что я выиграл Best of the Best, один вот Best of the Best и три ESL. А на ESL там было игроков не меньше, чем на Best of the Best, там были прям все супер топы, и Ravix, и WorldSpawn, и там тогда было прям очень много игроков. Сной пытается занизить любые мои достижения, при том, что я побывал, наверное, не один игрок вообще на этой планете по ОГ, по халфе, не был на таком количестве ланов, на котором был я. И вся его сущность сводится к тому, чтобы меня сквернить, сказать, что все мы ни о чем. Ну, не только меня, на самом деле, он же оскверняет, в общем-то, практически любого, да, все, ну, все у него ноу-скиллы. Если ты выигрываешь, то тебе просто повезло, или у него рек, или у тебя рейд там какой-нибудь. Потом мне говорят, у тебя там рейды какие-то, то ли завышенные, то ли заниженные. Ты, говорит, занижаешь рейды, чтобы сыграть, чтобы по тебе не попадало. Я даже по приколу останавливаюсь, пишу рейд. Я даже не знаю, какой у меня показатель рейд. 100 тысяч. Мало того, что я не знаю, какой должен быть, так я еще и не совсем знаю, как эти рейды работают, за что они отвечают. Потому что технически я не подкован в этой игре. Притом, хоть я играю 17 лет, мне нравится играть. Но в технических аспектах я реально не особо разбираюсь. То есть я понимаю, как работает мой конфиг в плане там, как ставятся бинды, как ставятся алиасы, да и все. Но, ой, господи, это такая вечная тема, ее можно мусолить вечно. Поэтому давайте я, наверное, остановлюсь. Так, давайте, знаете что, раз уж мы остановимся, мы быстренько сделаем вот такую. Сделаем сеточку и посмотрим, что у нас осталось. Осталось, кстати, совсем почти ничего. Не могу поверить, но красавчик Рибок. Осталось.
вытащил просто в конце еще, правда, неудачный респу у них коллег. А что я наделал? Не то. Так, один. Да, отправить. Так, сам-то у нас тут проходит по 0. Итого, у нас остается финал лузеров. Нет, финал лузеров следующий будет. У нас остается один матч до финала лузеров. Тут у нас вот сегодня должны сыграть Кастильо с Чилорио. Ставлю на Кастильо, что он пройдет вперед, Чилорио упадет вниз. И Райвекс будет играть с Чилорио, после чего они сыграют с Кастильо. То есть остаются самые интересные матчи. И по идее один из них будет даже сегодня. Не знаю, смогу ли стримить, буду еще не спать в это время, потому что там Кастильо поздновато приходит, а Чилорио он... Мексики, соответственно, там по времени будет поздно. Но на гранд-финалочку мы обязательно придем. Не то чтобы я имею что-то против Чилорио, но надеюсь, он вылетит, потому как он опять-таки из Мексики, и подстраиваться под его время будет тяжело. Лучше нам увидеть прикольный финал на выходных с между Райвексом и Кастом. И это действительно будет так очень интересно. Мы уже, в принципе, видели тут три целых карты. Но почему бы не увидеть еще больше? Тем более в финале у нас Best of Five. Такие пироги, любят друзи. А на сегодня у нас все. И увидимся либо сегодня чуть позже на финале верхней сетки, либо увидимся уже завтра на последних матчах этого турнира. Всем спасибо, что смотрели, и увидимся.